Уголовное дело в отношении исполнителей убийства Бориса Немцова завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете. По словам его официального представителя Владимира Маркина, в ближайшее время фигуранты ознакомятся с материалами, затем заключение подтвердит прокуратура и уже потом будет передано в суд. Обвинение в заказном убийстве предъявлено 5 подозреваемым. Непосредственным исполнителем, кто стрелял в политика год назад на Москворецком мосту, считают Заура Дадаева. Остальные – Хамзат Бахаев, Тамерлан Искерханов, Анзор и Шадид Губашевы – следили за Немцовым, подвозили, а затем помогали скрыться убийце. Обвиняемые не признают вину, но следствие считает ее доказанной. Расследование в отношении заказчиков выделено в отдельное дело и продолжается. Вероятным организатором назван бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Он в международном розыске, возможно, скрывается на Ближнем Востоке, но, как говорят в СКР, могут быть и другие неустановленные пока лица.